Как сделать монтаж в программе Camtasia Studio и добавить футаж, подписку и колокольчик? Сегодня покажу, как это сделать. Привет, с вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И сегодня мы с вами научимся делать монтаж в программе Camtasia Studio 8, вот здесь значок S в зеленом квадратике. Нам необходимо два раза кликнуть правой клавишей мыши на этот значок, и у нас откроется программа Camtasia Studio. Но прежде чем мы начнем, я, конечно же, вам рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски о том, как привлекать клиентов через видео, как развивать свой канал, как развивать бизнес на YouTube. И скачивайте бесплатно мой PDF-отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube. Итак, значит, сегодня мы с вами будем делать монтаж в программе Camtasia Studio и будем добавлять сюда свой футаж, то есть, как вы уже увидели, да, выскакивает такая картинка с кнопочкой подписки и колокольчиком. Вот мы с вами сейчас тоже сделаем такой монтаж. Итак, я выбираю видео, которое мне необходимо, да, вот я его перетаскиваю прямо на белое поле. Дальше я выбираю, у меня идет вот подписка и колокольчик. И также я беру видеозаставку свою и тоже ее добавляю. Теперь я перетаскиваю на дорожку само видео. Вот так ставлю его, сделаю большой экран, чтобы мне было удобно. И сейчас прослушаю ролик. Так вот, вначале я уберу вот здесь, чтобы не было ничего лишнего. Вот, выделила и вырезаю. Так, это у меня начало ролика. И вот здесь посередине я сейчас поставлю видеозаставку. Для этого мне нужно разделить это видео. Отодвигаю и ставлю сначала свою заставку. Все, обратно двигаю. Обычно после заставки я ставлю вот здесь в transition переходы, да, у меня наплыв через черный. Сейчас посмотрим. Так, оказывается, здесь много места. Нажимаю Delete, чтобы удалить вот этот переход. И мне нужно просто чуть-чуть здесь растягиваю и удаляю лишний кусочек самого видео. Так, вырезать. И с другой стороны делаю то же самое. Тоже оттягиваю вот так. Зажимаю правой клавишей мыши и тоже вырезаю. И теперь делаю наплыв через черный. То есть я вижу, что когда заканчивается голос вот здесь, то начинается переход. Здесь сейчас сделаю то же самое. Так, теперь саму заставку. Обратите внимание, что редактировать можно именно тот отрезок, который выделен синим. То есть вот я выделила именно заставку синим цветом, и я хочу сделать нарастание и затухание. И видите, у меня вот нарастание и затухание появилось. И здесь я чуть-чуть эту процентовку подниму. 25, и здесь подниму 25. А вот эти верхние кружочки я опущу вниз, чтобы у меня звук видео был одинаковый на протяжении всего ролика. Даже еще чуть меньше, да? Именно подгоняю под звук голоса. Все, заставку я добавила, смотрим дальше. Так, отлично. Вот я услышала слово «подписаться», и теперь захожу в клип Bean и сюда перетаскиваю свою подписку и колокольчик, вот сюда наверх. Сейчас мы посмотрим. Подписаться на канал. Обязательно нажимайте колокольчик.
Все, прекрасно. Сейчас мне нужно, видите, у меня выделено синим подписка и колокольчик. Я просто сделаю чуть меньше. Сейчас определю место, куда я поставлю эту подписку и колокольчик. Ну, наверное, вот сюда, скорее всего. Да, вот таким образом сделаю. И зайду вот сюда, More, нажимаю больше. И здесь выбираю Visual Properties. Так, и здесь удалить цвет. И здесь я нажимаю черный. И видите, у меня сразу стало все прозрачное. То есть сейчас я могу посмотреть, как это будет выглядеть. Ну вот, то есть вот таким образом будет выскакивать моя подписка с колокольчиком, да? Это меня устраивает. Сейчас я просмотрю дальше видео, уберу все лишнее, вдруг там лишние паузы какие-то. Чтобы увеличить дорожку, вот здесь есть бегунок. Меньше, больше. Да, вот я, например, хочу, чтобы у меня здесь не было такого большого расстояния между словами. Сейчас посмотрим. Вот, и я думаю, что я сейчас здесь просто вот вырежу вот этот кусочек. Вот так, например, чтобы у меня было меньше вот эта пауза. Да, то есть я растянула и нажимаю вырезать. Все прекрасно. Все отлично. Дальше смотрю, вроде бы пауз у меня нигде таких больших нету. Вот здесь можно посмотреть, что здесь. Так, дальше идем. Так. Ну, в принципе, меня все устраивает. Везде, где нужно, переходы и подписку я добавила. Сейчас, ой. Сейчас вот здесь еще разочек просмотрю, хорошо ли там выпрыгивает моя подписка. Все прекрасно, меня устраивает. И я нажимаю Produce and Share, выбираю качество. Можно 1080, можно 720. Ну, в данном случае возьму 720, нажимаю «Далее». Как пополнить кабинет ВК? Готов. Нажимаю «Готово». И у меня идет обработка проекта. Все, когда закончится обработка, ролик включится, ну, то есть он будет готов. Ну, на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если видео было вам полезно, чтобы новые выпуски не пропускать. Ставьте лайки, пишите в комментариях, знали ли вы раньше, как добавлять вообще вот такие подписки и колокольчики в свои видео. Пишите ваши вопросы, что вам интересно по продвижению роликов. Обязательно скачивайте мой PDF-отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube. Ну и, конечно же, смотрите другие ролики, которые сейчас видите на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова. Пока!